qo'llasin, qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Bandasin qo'llasin yaratgan egam. O'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Oxirgi bir kunlik umring qolsa ham, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Kimlardir non berib kesatmog'i bor, ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Sen kim eding deya o'zlatmog'i bor, hayotda hech kimga kuning qolmasin. Лошадь создана для того, чтобы творить добро. Ну как ты, Надя? Как дела твои? Спасибо. Ну, есть новости от Зибо? Да нет, почему спрашиваешь? Ой, она так меня подвела. Если я ее поймаю, ей не поздоровится. Да ты что? Ладно, оставим это. Мой муж тоже уехал. Но это к лучшему, подружка. Я сделаю все свои дела. Как здорово. Почему ты так говоришь? Ну, приходи, поговорим тогда спокойно. Даст Бог, приеду. Хорошо. Ладно. Ну ладно. Поговорим еще. Хорошо. Слушай, даже если бы Бурхан уехал, у тебя дома есть свекор, свекровь есть. Все старшие находятся дома. Нехорошо расслабляться только из-за того, что уехал всего лишь муж. Ой, перестань умничать, а? Кто ты мне такая вообще? Надоело уже. Лучше займись своей семьей. Подумай о том, как жене своего сына. Какая еще попадется ему невестка, неизвестно. Ты так меня обижаешь вообще. Ты знаешь это? Бог знает, может быть, и тебе вернется это все от невестки. Эй, думай, что говоришь. Мне не нужна такая невестка, как ты. Такая мне не попадется, потому что я...
очень хорошо. Знаю, как воспитать своего сына. Ты посмотри-ка. Недавно только ходила. Жаловалась на мужа. Говорила, что папочка такой, что он сякой, а теперь... Поумнела вдруг, что ли, да? Я один раз ошиблась, но нашла свой правильный путь. А ты что? Когда ты встанешь на правильный путь? Да, недаром говорят. Горбатого могила исправит. Тоже мне. Что? Что ты говоришь? Не слишком немного берешь на себя. Вот это закрепи. Нодра, как вы? Ассалам алейким. Я вас не беспокою. Не-не. Что случилось? Вы на работе? Да, на работе. Я хотела, чтобы вы посмотрели мою машину. Что еще случилось с машиной? Никак не научитесь хорошо водить. Можно я приеду через час? Хорошо, приходите. Спасибо. Пока. Что случилось? Опять придет? Машина у нее поломалась. Отремонтируй. А, хорошо, быстрее, хорошо. Быстрее. Не обращай внимания. Вот-вот, крути вот эти. Пойдет. Когда мы хотели с вами работать, Азаматбай причинял нам разные препятствия. А сын его теперь ничего не сможет сделать. Надеюсь, что будем работать вместе. Я должен обдумать это ваше предложение. Я благодарен вам за то, что вы приняли мое приглашение и пришли. Еще раз прошу вас прощения. Будьте здоровы. Идемте. Значит, вы виновник всему происшедшему. Из-за вас мой отец находится сейчас вдали от родных. Я думаю, что вы хороший человек. Отец мой был прав, когда говорил, что Кадыр конь. Я не оставлю это дело так. Алло. Алло. Алло, это эвакуатор? Да, я вас слушаю. Чем могу быть полезен? Моя машина поломалась. Надо ее увезти. Скажите адрес. Бону, отнесите это старшей медсестре. Хорошо.
Ты пришла? Как ты? Как ты? Как себя чувствуешь? Что случилось? Зачем опять позвала? Ничего. Надо пойти на обследование. Идем со мной. У меня сейчас совсем нет времени. Что? В другой раз. Я тороплюсь. Пожалуйста. Ты всегда торопишься. Идем, зайдем. Азиза, пожалуйста. Прошу тебя, идем скорее. Хорошо. Сколько это длится? Не знаю. Ты должна зайти. Это обязательно, да? Это так важно? Обязательно. Иди. Все будет хорошо. Не думай о плохом. Бону, подготовьте эту девушку. Ассаламу алейкум. Как вы? Идемте. Как это одевать? Вот так? Да. Снимите ваши серьги. Это я вам отдам. Да. А что мне делать? Лечь? Да, ложитесь. Голову повыше. Вот сюда. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Почему вы так поздно приехали? Почему опоздали? Моя машина заглохла. О, есть поблизости мастерская какая-нибудь? Есть, есть. Через 3 километра есть мастерская. Хорошо, загружайте скорее. У меня мало времени. Поедем в мастерскую. Угу. Ладно, хорошо. Ладно, и потом. Чтобы она не поцарапалась. Хорошо. Она очень дорогая. Хорошо. Скорее. Можно? Конечно, заходите. Заходи, Марджона. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Заходите, садитесь. Садись. Результаты получили? Получили. Мы посмотрели результаты. Положение очень серьезное. Результаты совсем плохие. Нужно поторопиться с операцией. Не надо тянуть время. Сейчас у меня нет времени на операцию. Что? Ваше здоровье не будет ждать вашего времени? Или вы договорились с Азраилом? У вас с ним есть договор? Слушайте, если не поторопитесь с операцией, мы потеряем время. Приехали специалисты из-за границы. Вы должны записаться к ним на прием. Они завтра улетят. Вы знаете, когда они потом вернутся. Если сейчас не проведем операцию, потом ничего не сможем сделать. И без этого мы не можем ответить на 100% за операцию. В вашем положении это очень трудный вопрос. Все от Бога. Неужели вы не можете все объяснить? Ведь это же ваша специальность. Сегодня мы обязательно зайдем. Я не могу сегодня. Сегодня зайдешь. Сегодня я не успею, я... Марджона, зайдем. Я сказала, зайдем. Сегодня же встаньте в очередь и скажите мне ответ. Хорошо. Большое спасибо. Спасибо. Я не могу сегодня зайти. Нет времени. Зайдешь. Я тебя записала на сегодня. Нет, у меня сегодня важные дела. Пойми меня уже. Меня это не интересует. Хорошо, ладно, я приду. Я сейчас должна уйти. Куда ты идешь? Я должна пойти на вечер. Запиши, ладно, я приду. Запишу. Ты придешь, да? Хорошо, не приду. Забудь. Ладно, запиши, хорошо, я приду. Не торопись. Хорошо, удачи.
Береги себя. Машину выпрямите? Да, примем. Принимайте. Хорошо. Как вы, братишка? Ассаламу алейкум, как вы? Моя машина не заводится совсем. Вы сами посмотрите. Да, хорошо, сейчас посмотрим. Поскорее. Сейчас. Али, посмотри сюда. Сейчас. Ассаламу алейкум. Ой. Ты... здесь работаешь, а? Принц мастерской, обляпанный мазутом. Не понял. Да? Что вы говорите? У меня к тебе много дел. Только справишься ли? Или ты можешь только кружить голову моей сестренке, а? Что вы говорите? Я не понимаю. Конечно, не поймешь. Для того, чтобы понять, у человека должен быть ум. Если б у тебя был ум, разве ты здесь работал бы? Думайте, что вы говорите, что вы несете. Эй, ты слушай, молокосос. Чтобы я тебя больше не видела рядом со своей сестренкой, понятно тебе? Если еще раз я тебя увижу, тебе не сдобровать. Ты понял? Ты еще не знаешь, кто я такая. Знай свое место. К твоему сведению, моей сестренке не место быть рядом с тобой. Твое место вот здесь, в этой кладовой. Ты не можешь отсюда выйти. Понятно? Занимайся своими железяками. Хорошо? И ходи здесь, только подальше от моей сестренки. Я пришла только раз, и вот, обмазала руки свои, все в мазуте стало. Кто это ваша сестренка? Понятно? Ой, Надыра, ты что, не можешь вспомнить? Тебе помочь вспомнить? Вы сестра Надыры? Да, она самая. Короче, братишка, по-хорошему оставь в покое мою сестренку. Иначе тебе же будет хуже. Я объяснила себе. Между мной и вашей сестренкой ничего нет. Я несколько раз ремонтировал ее машину, и все. Да ты что? Я не понимаю, почему вы вдруг набросились на меня? Ты мне не рассказывай всякие сказки, понятно? Я это все уже прошла. Рассказывай кому-то другому, который поверит. Короче, вывозите мою машину, я здесь больше не могу ее ремонтировать. Что случилось? Что? Не понял, почему она разнервничалась? Ладно, не обращай внимания. И так видно, какая она. Идем, займемся своими делами. Ой, а ты что здесь делаешь? Что ты здесь делаешь, говорю? Разве это место для тебя? Ты опять приходишь к этому нищеброду, да? Иди сюда. Пошли. Пошли, я сказала. Кабилаке. Что? Почему жизнь такова? Люди до такой степени рвутся к богатству и деньгам, что готовы... предать даже своих родных и близких. Можно ведь довольствоваться тем, что есть? Не думай об этом, братишка. Они поймут это, когда стукнутся головой об стенку. Это верно, но ведь человек придумал деньги. Почему они, как рабы, гонятся за ними, не пойму. Будешь много знать,
состаришься, как я. Поэтому думай меньше. Делай свое дело. Тогда будешь хорошим мальчиком. Ты с ума сошла, да? Что ты здесь делаешь? Что я сделала? Привезла машину в мастерскую. О, что, машина поломалась, да? Это каждый раз, когда ты сюда приезжаешь, у тебя ломается машина. Слушай, девчонка, знай свое место. Или ты уже не знаешь своего места? Тебе указать, где твое место? А что я такого сделала, сестра? Что сделала? Ты будешь продолжать приходить к этому нищеброду? Что вы говорите? Эй, короче, скажу отцу и поменяй машину. Ты учись, исправь свою учебу, выйди замуж за свою ровню. Перестань здесь ходить, это не для тебя, поняла? Я с тобой по-другому поговорю. Ты меня разозлила. Что случилось? Зачем звала? Мы и так должны были встретиться в больнице через 2 часа. Я не могу сегодня пойти. Не могу. Ты с ума сошла? Мы столько ждали этого врача. Ты знаешь, что будет, если мы не пойдем сегодня? Сегодня пришла твоя очередь. Хорошо, только не сегодня. А когда? Сегодня у меня свои дела. Потом я все объясню тебе. Какие еще дела? Я тебе все объясню. Ладно, потом поговорим. Марджиона. Береги себя. Что это значит? Я не понимаю. Что бы ни случилось в этой жизни, все от Бога. Никогда ни за что не переживай, хорошо? Думай только о хорошем. Все будет хорошо. Я люблю тебя. Береги себя. Марджиона, подожди. Марджиона, стой. Что случилось? Марджиона, ну в чем дело? Расскажи мне, Господи. Боже мой, сохрани ее. Вы меня звали? Да, тебя. Что случилось? Где Даврон? Какой Даврон? Сколько Давронов ты знаешь? Я говорю о Давроне, которого забрал твой брат. Где Даврон? Теперь девочки начали приходить за Давроном? Тебе-то что? Скажи своему брату, и на него найдется управа. Он будет гнить в тюрьме, и твоего брата, и всех вас закрою. Успокойся. Что ты сделаешь? Если с Давроном что-нибудь случится, вы все об этом пожалеете. Запомни мои слова. Передай это своему брату. Наверное, это его психолог.
Я слушаю. Да, Шаров. Что? Куда он ушел? Где он? Ладно, жди меня, я сейчас буду. Не блефуй! Что? Так не пойдет. Вот. Все, проиграл. Что? Иди посмотри. Кошка. Играй честно. Ты же только что проигрывал. Как проигрывал? Ну-ка давай, ходи. Ходи, ходи. Играй честно. Вот. Идем. Что ты здесь делаешь? Еще среди таких ребят. Я не могла сидеть спокойно. А если бы с тобой что-нибудь случилось? А если бы с тобой что-то случилось? Ну и что, если бы что-то случилось? Я пришла, потому что твоя мама беспокоится. Если бы на твоем месте был другой человек, я бы поступила так же. С тобой все в порядке. Я должна идти. Марджона. Береги себя. Подожди. Я знаю, ты меня никогда не простишь. Что с ним все хорошо? Возьмите эти документы. Результаты биохимии последних пациентов. Они еще не вышли. Было бы хорошо, если бы вы мне прислали их на компьютер. Хорошо. Как только выйдут, я пошлю. Азиза? Да. Почему ваша подруга не пришла? Да, она очень упрямая. Я не смог сказать ей самой. Почему, не понимаете, ей смерть приближается. Положение очень серьезное. Я понимаю. Нужно побыстрее провести операцию. Очень упрямая. Но что мне делать? Не слушается. Она с детства такая. Ну, уговорите ее. Приведите. Завтра может быть поздно.
Я все понял. Я вас предупредил. Алло. Сейчас иду. Бахромаке. Впредь нужно создать больше условий для молодых ребят. Надо их научить хорошо общаться с лошадьми. Ты прав. Вот тогда могут появиться большие спортсмены. У тебя тоже начали появляться хорошие мысли, как и у твоего отца. Кадырхан еще ответит за все свои дела. Мы должны найти его уязвимое место. Скоро состоятся крупные соревнования. Эти соревнования проводятся один раз в два года. Кадырхан очень хорошо к ним готовится. Что вы этим хотите сказать? Своих лошадей он отправил за границу, чтобы подготовить к соревнованиям. В эти дни лошади вернутся. А какая нам от этого польза? До сегодняшнего дня этих лошадей принимал я. Ты хочешь сказать, что и теперь их примешь, да? Надо будет, примем. Если мы отнимем лошадей Кадырхана, на соревнованиях он ничего не сможет сделать. Это будет для него большим ударом. Ну, хорошо. Тогда поинтересуйтесь этими делами. Мы не можем соревноваться с его лошадьми. Понятно? Этих лошадей мы спрячем. Этого достаточно. Тогда за работу, Бахло. Хорошо. Чтобы лошади не пострадали. Вы ведь со своим супругом тоже женились по любви, правда? Может, и у меня происходит такое же. Я ничего не могу понять. Да, перестань ты. Любовь была раньше. Сейчас никакой любви нет. О какой любви ты говоришь? Если у тебя машина Малибу, и у тебя много денег в кармане, какому же парню ты не понравишься? Ты в своем уме? Сейчас парням лишь бы деньги были.
Ты думаешь, что парень, у которого руки всегда черные от солярки, не хочет разбогатеть? Конечно, он хочет с тобой воспользоваться. Это не о том, что ты думаешь. Это не любовь. Приди в себя. Это выгода. Выгода. Нафисапа, вы же не знаете, какой внутренний мир у этого парня. Мне не обязательно знать о его внутреннем мире. Он хочет жениться на тебе и просто разбогатеть ради тебя. Вот и все. Никакого внутреннего мира у него нет. Нигде. Все, о чем вы думаете, неверно. Ты сейчас не замужем. Ты этого не знаешь. Вот выйдешь замуж, как я, и поймешь, что ты думала совсем неправильно. Что ты была права. А потом уже будет поздно. Я знаю это. Только потом будет очень поздно. Время невозможно возвратить назад. В общем, подумай хорошенько. Потом для тебя же будет лучше. Иначе придется вмешаться отцу. А он очень разозлится, узнав это. Завтра. У меня есть хороший подарок для тебя. Интересно, будет ли хорошим ваш подарок? Отец мне всегда говорил, чтобы я занялся лошадиным бизнесом. Мне это все больше и больше нравится. В чем вина этого парня? Если любит, это его дело. Ну что? Что с того, что он мастер? Лишь бы было счастливо, и все. Если лошадь Кадырхана проиграет, то ему точно будет плохо, обещаю. Я не знаю, сколько мне осталось жить. О боже, я согласен на все твои испытания. Я только об одном тебя прошу. Сохрани в здоровье моих детей. Эх, друг мой Кадырхан, пусть твой нож всегда будет острым, сам будь всегда сильным. В моем сердце столько много боли, что ничем ее невозможно вылечить. Папа, я потерял ту девушку, которую вы назвали нищей, потому что она не соответствовала вашей высокой репутации. Не говори так. Начни все сначала. Я должен поговорить с тобой. Сегодня же ваша свадьба. Неужели вам не стыдно? Это мое последнее предупреждение. Верните мне мои деньги. Я соскучился по маме. Я не хочу жить. Где же мой отец? Хотя бы рядом был бы со мной.